Ох, 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 друзья, что это у меня тут такое? Сегодня, похоже, крупно всем повезло. Целая гора снега и красный Volkswagen Passat вариант. B4 кузов 91 года автомобиль, но это 1 на 1 000 000, чтобы в таком цвете, в таком состоянии попал на тест автомобиль. Да что уж тут говорить, 1 на 1 000 000000, наверное. Стоимость 165 тысяч рублей составляет. И да, здесь 2 литра 115 лошадиных сил. Понятное дело, на механике в данном случае. Вот такой автомобиль вы сможете приобрести в автосалоне «Автоград». Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Как всегда, не забывайте подписываться на канал, это самое главное. Ну что ж, вот, вот она легенда. 2 крашеных элемента. Он весь в родной краске. Посмотрите, полный комплект ключей. Вот как рабочая лошадка, не дать не взять. 100% беспроигрышный вариант. Просто невероятно. Смотрите, какой он поджарый, красивый. Даже в красном цвете он выглядит как-то по-особенному, по-особенному. Настоящий немец, который будет вас катать годами. Усталости не знает. А, красота просто. Сзади еще фаркоп хороший такой присобачен. Но сильно не обольщайтесь, потому что автомобиль 91 года выпуска. И кто бы что ни говорил, конечно, вложения потребуются. Очагов коррозии как таковых я вообще не увидел. Все просто идеально. Посмотрите, какие сидушки, какой профиль, насколько они удобные. Окантовка не изношена. В салоне приятный запах. 4-спицевый руль у нас. О, правда, коврики от АвтоВАЗа стоят. О-хо-хо-хо! Немецкая точность, немецкая надежность и качество. Самое главное, конечно, качество. Пятиступенчатая механика, но что-то напоминает мне рычаг этот под четырки. Даже уж не знаю. Скорее всего, не родной. Пробег заявлен 258 тысяч. Так. О, без проблем. Запустился как надо. Вы посмотрите на эти аналоговые часы. До 240 разметка, бак на 70 литров, о, хорошо, пионер башка стоит, есть печка, подогревы, туманки, бардачок закрывается на ключ, как все сделано, с каким качеством, с чувством и с расстановкой, а, просто невероятно. Электрорегулируемые зеркала, но механические регулировки для стекла. Такое странное сочетание бывает, особенно на немецких авто, но как бы то ни было, приятный материал в отделке применяется. Руль тоже мне понравился, прям гудок, все работает. Ну, слушайте, состояние прям. Друзья, многие, наверное, скажут, ну что тут такого, Passat так Passat. Так вот, в хорошем состоянии эти автомобили днем с огнем не сыщешь, потому что их просто-напросто нет. И поэтому, если вам посчастливилось урвать свой хороший вариант, то держитесь за него. Тачка просто невероятная. Во-первых, это техническая часть. Я не понял, что вы смеетесь. Это техническая часть, это просто идеальный автомобиль. Он идеален, как просто, как банан. Эта тачка банан. Кстати, приборка здесь от бренда ВДО. Такая же приборка и была на Мерседесах тех лет, скажем, 124-й, 140-й. Ну что ж, погнали. Passat вариант. На переднем приводе автомобиль. Первые прям метры ты смакуешь, смакуешь с чувством, с расстановкой в этом автомобиле. Все говорит о качестве. Да, естественно, он, я так подозреваю, нелегкий. Здесь, наверное, минимум 1 300 000, 1 400 000 веса на переднем приводе. 2 литра 115 кобыл. В принципе, это хорошее сочетание, которое будет долго вас катать. B3 тоже были неплохие. B4 уж это вообще, можно сказать, вечный автомобиль. Ну, B5 немножко подкачал с точки зрения технической части и электронных, так скажем, систем, потому что он стал уже посложнее. B4 он как был легендой. Правда, многие, наверное, сейчас скажут, что ну как так, это же 165 тысяч рублей. Так, задняя вот сюда включается. Нет, о! Ну-ка. 165 тысяч рублей, я понимаю, да, раньше до подорожания такие машины, типа, ну, за 60, за 70, за 40 можно было взять. И то такие полуубитые, ну, в таком состоянии, может, за 80, за 90, а сейчас уже, да, это 165 тысяч рублей, как-то так. Задняя вот сюда, получается, включается. О, слушайте, ну, он еще живой, он еще очень живой и тянет нормально. Компрессия, видимо, в норме.
Задиров нет, это точно. Я думаю, навряд ли он масложорит. Капиталку он увидел, наверное, много раз уже. Все у него хорошо было. Закапиталился как надо. Слушайте, ну прям это кайф управлять такой тачкой. Не знаю, мне прям всласть такие тачки тестить. Да, понятное дело, где-то что-то бринчит, гремит, шумки здесь практически, ну... С тех лет он очень хорошо, так скажем, где-то разъерошился. И с тех лет... Ох, едет, ну, прям побрякивает местами. Но в этом нет ничего плохого. Потому что вот ощутить эту атмосферу, этот век автомобилестроения уже совершенно другой, в корне отличающийся от сегодняшнего дня, это прям дорогого стоит. О, как он прет, сколько он жрет, как катает, всех удивляет. Я думаю, даже бы сам Губка Боб обалдел, когда увидел бы такую тачку. Ну-ка. О, как бы нам газель не зацепить. Погнали-ка. Кстати, радиус разворота для такой махины не особо большой. Я этому удивлен. Радиус небольшой. Коробка тоже переключается. Слушайте, кулисы-то нормальные. Синхронизатор все в порядке. Мощная штука, мощная. Можно сказать, с перестроением, с перекладкой, дрифт на переднем приводе. О, третья передача. Слушайте, ну эта штука, она прет всегда и везде. Как он едет, а? С тех пор ничего не изменилось. Прям это телепортация в 91-й год. АБС, ну АБС так нормально срабатывает. Тормоза такие мягкие, не ватные, но хорошо срабатывают. Ручник тоже. Как же все было сделано тогда идеально, а? Как же это все круто. Здесь на приборке ничего, кстати, не горит. Вот здесь, за исключением ручника сейчас, если разрядилась АКБ, либо проблема с бортсетью произошла, если давление масла, либо вообще масла у вас меньше осталось, ну, температура, вот и все. Все, больше ничего. Здесь управление светом. Вот так все работает прекрасно. Дальняк включается. Понятное дело, что по центру у нас аварийка вот такая. Вот, в принципе, такие ощущения от тест-драйва. Прям окунулся в 91-й год, не дать не взять. Слушайте, прям балдежная тема. Я кайфую от этого делать. Как оно все открывает, смотрите, вот так. А потом еще само выезжает, такие доводчики. Ну, где вы еще такое видите? Розетка, понятное дело, различные зоны. Здесь температура регулируется. Регулировка для потока воздуха. Вещевой бокс для монеток. Жалко, пятиступенчатая механика. Жалко, что нет, ох, еще пепельница отдельного подлокотника. Как бы то ни было. Вот такая аккуратная здесь подсветка. Ах, в каком у нас материале. Потолок что-то здесь сделали, видимо, явно. Давайте откроем аккуратно. Ручки, да вы посмотрите, какие они прям для каких-то, не знаю, гномиков были сделаны. Откроем тоже капот, все мощный, солидный, вещевой бокс тоже обит тканью. Смотрите, ни одного очага коррозии, то есть гнилых элементов вообще в природе таких автомобилях нет. Здесь вещевой бокс тоже находится и динамик по аудиосистеме. Видимо, барашек для регулировки спинки разломался с годами, ушел куда-то. Вещевой бокс по высоте регулировка в продольном направлении, соответственно, вот здесь регулировка, педальный узел вот такой у нас. Чистый, аккуратный пол и потолок по приборке без каких-либо замечаний, так скажем, критического износа нет и что-то такое вандального, что такого вандального я здесь точно не увидел. Установлены рейлинги на крыше. Жалко, что нет, конечно, здесь люка. В некоторых исполнениях более богатых он был. Тонировка задней полусферы у нас имеется. Видимо, это родные у нас и под штампы стоят диски. И в данном случае Hankook стоит. Сейчас вам точно скажу размеры. 175 на 65 профиле, 14. Сзади дисковые тормозные механизмы установлены. И вот смотрите, ни одного очага коррозии. На тот момент двойная цинковка была. Где-то, видимо, у нас подсекает глушитель чуть-чуть. Пожалуйста, такая антенна для аудиосистемы. Там станция с 91-го года, наверное, поют, играют. Посмотрите, как здесь все идеально. Какие-то чуть-чуть подкрасы были, но уже нет вообще. Галоген, рефлектор стоит, понятное дело. Ну и под
капотом. Сейчас я вам покажу, что там стоит. Сплошняком здесь, смотрите, закрывается вот эта часть. Место для закрытия. Так. Правильно поставил. В общем, вот сюда я поставил. Даже шумку поставил. Слушайте, ну эту тачку прям видно. Любили невероятно. Как член семьи, наверное, был. Итак, маркировка Volkswagen Audi. Абсолютно нет ничего плохого. Видимо, меняли. Таких подтеков старых здесь я не увидел. Все сухое работает. Audi Germany. Стакан тоже все целые. Здесь какой-то намек на что-то, на это не знаю. Заводское уплотнение по стакану отходит. Это не, соответственно, не летал. Воздушный кипят. Made in France. Bosch. Все датчики. Ну что, простой мотор. Масляный щуп. Очень много места, чтобы обслужить, допустим, лампочки даже какие-то менять. Без проблем можно сделать. Аккумулятор со смещением. Это опция у нас. Вот так смещается он иногда. Для гидроусилителя руля. Тачок стеклоомывающей жидкости. Аж 5 литров. Volkswagen Audi. Germany написано. Здесь расширительный тачок. Антифриз красный у нас. Круглый прям из мира автоспорта сюда приехал. Ну, вот так он работает, слушайте, без перебоев, вообще отлично работает. Рядная четверка, как видите. Здесь у нас немножко что-то поломалось, один номер, такая табличка. Тоже абсолютно никаких спичиваний краски, никаких дефектов ОКП я в этом автомобиле лично не увидел. Все работает как надо. Даже вот такая интересная проушина для буксировки. С этой стороны у нас аккуратно здесь торчит. И Volkswagen эмблема наикрасивейшая. Ну что ж, закрываем капот. На законное место устанавливаем все это дело. Аккуратно хлопаем, и все получается с этим автомобилем. Клиренса не особо много, но где-то 160 миллиметров у вас в распоряжении точно имеется. Сейчас нижнюю часть давайте рассмотрим. На тот момент из конкурентов я даже не могу представить, кто мог составить такую хорошую, добрую конкуренцию этому автомобилю. С одной стороны, не BMW E39 Touring, да, и не Audi A6 Avant, и не Mercedes E-класса, который тоже был сарай. Я даже не знаю, кто составлял конкуренцию. Может, камрюхи какие-нибудь, может, как вариант, я предполагаю, Opel. Но все-таки Passat, он действительно автомобиль с душой. Такой же легендарный, по сути, как и Golf, но только еще с большим комфортом, большей вместительностью, с интересностями. Это просто как минимум. Это здорово. Надпись Volkswagen. Все оригинальное, родное, красивое. Здесь у нас вот есть все аутентично, все регулируется. Немножко где-то износ уж, понятное дело, присутствует, не без этого. Пожалуйста, у нас бардачок с подсветкой, очень вместительный. Здесь еще дополнительно вещевая полка, так она открывается, закрывается. Слушайте, ну прям какой-то атмосферный автомобиль, он дарит тебе кучу положительных эмоций. Это просто невероятно, это как ребенок в магазине игрушек, это как минимум. Детский мир какой-то. Почему у меня вызывают восторг именно вот такие автомобили? Да потому что, наверное, тогда делали на совесть. Инженер, конструктор, разработчик, механик просто садились и делали автомобиль, который должен выполнять свою задачу лет так это 30-40, а может и 50, каждодневно катая своего владельца без проблемной эксплуатации, радуя его каждый неделю, каждый день, каждую минуту, проведенную в этом автомобиле. Вот за это я их полюбил, собственно говоря. Рычаг бензобака, все из железа. Посмотрите, все так же, ох, как все сохранено. Volkswagen Audi Germany. Вот это вещь. Слушайте, ничего здесь абсолютно такого вот плохого в этом автомобиле я не видел. Какие-то скрытые или явно элементы, которые в последующем вам обойдутся в копеечку, я ничего не увидел. Все идеально. Да, здесь все наклоняется, спинка, соответственно, все регулируется вот таким образом. Идеально ровный пол образуется. Это прям
классные. Посмотрите, какие сидушки, они просто приглашают мою пятую точку засесть сюда. Сколько здесь комфорта, друзья. Посмотрите, какие переключатели на подсветке. Как же все круто сделано. Вешалки. Не знаю, я балдею. Просто балдею от этих тачек. Так, опуститься она опустилась. Наверное, опуститься. Ой, нет. Вот не хватает чего-то здесь. Силы, слабоумие и отвага. Вот, не до конца она опускается. На B5 у меня тоже, я все время думал, это продиктовано безопасностью, ленью или хитростью немецких инженеров. Даже не знаю, чтобы побольше света попало. Так, я открою. И, кстати, все петли держат. Вот обычно как на японцах год, два, три, эти петли, к сожалению, не держат. Здесь на определенное положение по открытию все работает идеально. Вещевых карманов нет. Пожалуйста, пепельниц. Ну, центральный тоннель. Откидной центральный подлокотник вот имеется такой. Подстаканников нет. Да, по сути, они здесь и не нужны. Нужно сосредоточиться максимально на салоне, на вождении. Вот. На том, как ты будешь смаковать каждое мгновение в этом автомобиле. Ну вот здесь немножко как-то отошло, даже проводка, смотрите, все видно. Да это ничего страшного, это все лепится на какой-нибудь двухсторонний, трехсторонний скотч. Ха-ха, смотрите, даже плафончик отошел. Ну в этом нет ничего, собственно говоря, плохого. Давай, заходи. А нет, у него паз получается с той стороны. Ну вот так, да. Вешалка, пожалуйста, вот здесь все так аккуратно тоже. Два подголовника, и посмотрите, сколько места сзади, а. И тут простор просто, ну, не лимузин, но бизнес-класс такой хороший, добротный, честный. Здорово. Вещевой бокс уже имеется. Конечно, это неубиваемость. На нем можно накатать 1,5 миллиона километров. Это без преувеличения. Смотрите, как все сделано-то классно. Видимо, красили просто диски. Можно накатать 1,5 миллиона километров на этом автомобиле. Ну и, собственно говоря, ничего с ним плохого не произойдет. Passager надпись. Так, открываем багажник таким образом. Подсветка номерного знака, видимо, нет, не работает. Ну, саморезы тоже идут вход, это нормально. Смотрите, сколько места. Все держит, кстати, упор, все нормально. Может, переделываешь что-то, как вариант. Ну, в общем, он будет еще служить долго, очень долго. Так, здесь у нас что такое? Ну, вещевой бокс тоже. Проводка, датчики какие-то идут. И в данном случае тоже вот, пожалуйста, еще один вещевой бокс. Так, здесь все в железках. Смотрите, оп, таким образом поднимается. Так, сейчас нужно это дело все освободить. Откроется ли? Так, да, вот смотрите, здесь у нас запаска. Аккуратная, это докатка. Жгут проводов тоже исходит, все сухое. За задней части автомобиля не получал, это точно. Ну и вот, собственно, там, скорее всего, топливный фильтр. Пожалуй, все. Все оригинальное, родное. Я не знаю, прям балдею. Здесь стоп-сигнал. И одна удобная ручка. Здесь доступ, видимо, к лампочкам. Да, здесь у нас доступ к лампочкам идет. Вот, пожалуйста. Все тоже в оригинале абсолютно. Без гнили, без ржавчины, без намека даже какую-то коррозию. Слушайте, ну Passat прям меня удивил. Как он работает, а? Торпомка, подключение, адаптеры. И сзади балка стоит. Но чем интересен вообще Volkswagen VAG продукт, что балки спокойно переделываются на рычажку, если вы хотите. Это без проблем, это конструктор. По сути, любой ВАК-продукт — это конструктор. Почему Audi, Volkswagen, Lamborghini так близки по духу? Потому что Porsche, да, потому что все взаимозаменяемо. Это без проблем можно сделать. А допустим, на том же самом Renault, каком-нибудь Логане, как балку прикрепили к кузову, так она уже останется балкой. На Логана на рычажку не поставить. Там столько точек крепления, и все нужно поменять конструктивно, он же поедет по-другому, и безопасность будет другая. Здесь же возможность собрать под себя супер лего для большого дяди вот такая. Поэтому я за эти тачки Passat, ну просто one love. Всем удачи, друзья.